Уважаемые коллеги, дорогие друзья, 22 декабря отмечается профессиональный праздник – День энергетика. Праздник отмечается 22 декабря, потому что в этот день, в 1920 году, был принят план Гойл-Ро. Прошло более 100 лет, мы живем с вами в эру электропотребления. Для примера, выработка электроэнергии во всей России в 1905 году в два раза ниже годовой выработки Светлинской ГЭС сейчас. И наша работа становится с каждым годом все важнее и востребованнее. Символично, что 22 декабря – самый короткий день в году, и зачастую это максимальные нагрузки в энергосистеме. Поколения энергетиков отмечают этот праздник, и из поколения в поколение передаются отношения к нашей работе. Добросовестно и ответственно, ведь наша отрасль не прощает другого. Свет и тепло на работе и дома – заслуга и результат труда каждого из нас. И каждый знает, где бы он ни находился, в какой компании ни трудился, он всегда может обратиться за советом, помощью и поддержкой к коллегам. Энергетики – это братство. Видишь линии электропередачи или теплотрассу и понимаешь, по ней можешь прийти к своим. Праздник энергетиков «Алроса» – это праздник наших товарищей из ЕГК, ЕСК, ПТВС, Вилюйской ГЭС-3, энергетиков на приисках и, конечно, ГОПа. Для меня 22 декабря – встречи и звонки с друзьями, с которыми мы учились в институте, и даже домашний праздник. Я продолжаю семейные традиции. Спасибо вам за профессиональное отношение к работе. Удачи, безаварийных смен и достойной оценки вашего ответственного труда. С Днем энергетика и наступающим Новым годом!